Швабра 4 серия начнется со странного сна Николая Вершинина. Ему приснится Анна Шваблина. Неужели в детективе начали просыпаться чувства к учительнице математики сына? Романтика романтикой, а работа по расписанию. Николай столкнется со странным делом. Преступник как будто хочет, чтобы его поймали. Он оставляет следователям записки с числами. Кто-то посмотрел слишком много сериалов и хочет напустить жути. Или же кот злоумышленника скрывает какой-то тайный смысл? Николай обратится за помощью к Ане.